1 октября на стадионе «Атомтранс» прошло первенство по легкой атлетике на коротких дистанциях среди школьников города. Соревнования были посвящены Дню освобождения Смоленщины и должны были пройти еще 25 сентября, но из-за погодных условий забег перенесли. Первенство включало в себя три спринтерские дистанции на 30, 60 и 100 метров. Количество участников – почти полсотни добровольцев-легкоатлетов. Среди участников сегодня воспитанники спортивной школы, а также ученики общеобразовательных школ. Сегодня на соревнованиях участвуют ученики всех школ, и первый, и второй, и третий, и четвертый. Сегодня у нас спринт. На спринт всегда желающих много. Дистанция короткая, соответственно, желающих пробежать короткую дистанцию всегда хоть отбавляй. Самая короткая дистанция – 30 метров для самых маленьких участников – мальчиков и девочек 2011 года рождения и младше. Больше возраст – больше трудностей. Для ребят 16-17 лет подготовили дистанцию, увеличенную почти в 3 раза. Они бежали 100 олимпийских метров. Победитель в каждой возрастной группе был награжден кубком, призеры – медалями и грамотами. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Десна ТВ.